В Москве полицейские выясняют, из-за чего скончался 14-летний школьник на так называемой квартирной вписке подростков. Как удалось выяснить, на вечеринке произошла драка, и один из ее участников потерял сознание. Гости не придумали ничего лучше, как вынести его на улицу. Только благодаря соседям вызвали скорую помощь, ведь приятели пытались реанимировать юношу своими силами на лавочке у подъезда, хотя явно не знали, что и как нужно делать. Возможно, именно тогда время было упущено, ведь когда приехали медики, им оставалось лишь констатировать смерть. Хронологию событий того трагического вечера восстановил Александр Сафиулин. Вечеринка для большой компании школьников той ночью закончилась на этом месте. Именно здесь они окончательно поняли, что их товарищ умирает, и его нужно спасать. Здесь они пытались сделать ему искусственное дыхание, массаж сердца, даже ноги поднимали, но все оказалось бесполезно. Прибывшие сотрудники скорой помощи тоже спасти человека не смогли, а лишь констатировали его смерть. Так называемая вписка началась поздно вечером. Как рассказали нам очевидцы, в квартире собрались две компании. Веселились, шумели и поссорились. Началась драка, в которой Артем и получил смертельный удар. Там какие-то пацаны начали на них что-то орать. И что-то Артем, его что-то обозвали вроде или что-то такое. Артем просто толкнул его. Не ударил, просто толкнул. Его ударили, он упал. Началась потасовка, мы начали всех разнимать. Звуки борьбы и громкие крики в тот вечер слышали, пожалуй, все жители дома. Молодой человек из соседней квартиры даже вышел помочь. Слышал крики «скорую». Думаю, что за фигня? Думаю, может кому помочь надо? Выхожу покурить, стою, курю. Смотрю, короче, что происходит. Выходит отсюда 10 вещей, 10 народ человек, Не помню, кто волок. Вот так, Сосед задал единственный и самый важный вопрос в этой ситуации. Вызвали ли они скорую? Ответ его шокировал. Подростки, видимо, так испугались, что даже не подумали позвонить неотложку. Все, кто видел происходящее своими глазами, говорят об одном и том же. Дети к такому финалу тусовки были не готовы. Жильцы пытались помочь. Тоже звонили в скорую помощь. У меня почему-то было такое сомнение, что они вообще, может быть, и побоялись скорую вызывать. Может быть, человеку было плохо вследствие каких-то наркотических веществ. И, может быть, они испугались. Поэтому приняла решение самой позвонить в скорую помощь. Артему Шамилину было 15 лет. Судя по фотографиям и видео из соцсетей, подросток увлекался спортом. Сейчас я вас научу потягивать на одной руке. Значит, повисли. Сильные и смелые, скажут друзья, но в тот день не смог постоять за себя. Противник оказался сильнее, Дмитрию 17. Вот что о драке и причинах смерти его 15-летнего оппонента говорят родители подростка. Он умер от передозы, он наркоман. Я сегодня приходили с отделения ко мне. У него в кармане, это наши люди в кармане. Вы понимаете, вот вам и молва, а из моего сына хотели сделать убийцу. А их сын хорошо воспитан, якобы всегда был против наркотиков, не злоупотреблял алкоголем, не был агрессивен, никогда первым не полез бы в драку. Его статусу и сообществу в соцсетях говорят скорее об обратном. Безнаказанность порождает беспредел. Возможно, подросток чересчур увлекся, ведь, как говорят свидетели, в тот вечер он первый завязал драку, и пострадавших могло быть гораздо больше. Он идет за сигареты, такой, давай ты мне еще пачку дашь. Его брат начинает меня гнать. Получается, начинается потасовка, я начинаю драться вот с этим подозреваемым, и меня разнимает мальчик, который назвал до этого туда, он приходит с кухни, разнимает нас, и Артем уже лежит. Что было дальше, никто рассказывать не хочет. Тело подростка обнаружили на скамейке у дома, причину смерти устанавливают судмедэксперты. Следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается. Мать Артема и без результатов расследования экспертиза уверена, ее сына убили, так подсказывает ей сердце. А еще что нужно наказать убийц по всей строгости закона. Со стороны Артема, где был мой сын, вот они приехали туда впятером. Помимо этой компании, посторонние вот эти для меня люди, 4, которые мальчика я не знаю, они приехали уже какие-то все, вот они, им видно движника какого-то хотелось. Уже было что-то. Кто-то сказал, что одному из них не понравился Артем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Александр Сафиулин, Виктория Хрюкова и Кирилл Баршов. Экстренный вызов.